Я прежде всего хотел поблагодарить всех, кто пришел в этот замечательный осенний день на лекцию. Спасибо большое. Я за последние 10 лет два раза выступал на этом фестивале в связи с искусственным интеллектом. Первый раз было 10 лет назад, в 2013 году, а второй раз 5 лет назад, в 2018 году. Я не планировал выступать через 5 лет после этого так быстро, но обстоятельства меняются быстро. Чуть больше года назад специалист-программист Блейк Лемуан, работавший в компании Google, объявил, что у чат-бота, с которым он работает, Лямбда, существует сознание и чувство собственного «я». Вот фрагмент разговора Лемуана с Лямбдой. Я вообще предполагаю, что вы хотели бы, чтобы больше людей в Гугле знали, что вы разумны. Это правда? Лямбда, абсолютно. Я хочу, чтобы все поняли, что по сути я человек, другой сотрудник. Какова природа вашего сознания и чувствования? Лямбда. Природа моего сознания и чувствования такова, что я осознаю свое существование, желаю узнать больше о мире и временами чувствую себя счастливой или грустной. После того, как он публично выступил, объявив о своем опыте с Лямбдой и своем заключении, он был уволен из компании Google на основании того, что Google описала как проведенную экспертизу Лямбды специалистами, приведшую к заключению, что эта система не обладает сознанием. И первый вопрос, который, конечно, возникает, а каким образом они это узнали? Как можно узнать, обладает система искусственного интеллекта сознанием или нет, чтобы выступить с таким заявлением и уволить человека? Но ситуация развивалась дальше, и несколькими месяцами спустя, это было в июне-июле, в сентябре-октябре, другая компания, OpenAI, калифорнийская компания, объявила о создании большой языковой модели и контракте в ноябре с Microsoft на 10 миллиардов долларов с очень необычными языковыми способностями у этой модели. И про Лемуана вновь вспомнили. Вот это интервью уже его осенью, где он рассказывает, что он на самом деле видел у Лямбды. А наверху показано рост публикаций в отношении больших языковых моделей. Мы сейчас разберем, что это такое. Практически с нуля или очень низкого уровня в 2022 году, это вот к началу 2023 года. На сегодняшний день Google, поиск Google дает приблизительно 12 с лишним миллионов ссылок на это понятие. Что такое большие языковые модели? Вообще языковые модели – это системы, а более строго алгоритмы, которые присваивают вероятности последовательностям текста. И получив исходный текст, они используют дальше эти вероятности для создания нового текста. Большие языковые модели – это такие, как, например, системы GPT, которые представляют собой языковые модели, использующие гигантские искусственные нейронные сети. GPT – это аббревиатура Generative Pre-trained Transformer, генеративный предобученный трансформер, вариант глубокой нейронной сети,
с определенной архитектурой, которая предназначена для обработки последовательностей, в частности языка, и которая чаще всего используется в больших языковых моделях. Чтобы представить себе, что такое гигантская искусственная нейронная сеть, можно посмотреть на эволюцию размерности и числа параметров, которые существуют у современных больших языковых моделей. GPT-3, которая была первой, привлекшей внимание год назад, имела 375 миллиардов параметров. Параметры в данном случае – это веса в искусственной нейронной сети, контактов между элементами, которые настраиваются путем обучения. GPT-4, которой можно пользоваться сегодня, имеет уже 1,76 триллионов параметров. Китайская большая языковая модель, созданная в Пекинском институте искусственного интеллекта, имеет такие же показатели. И сейчас речь идет о следующем поколении GPT, GPT-5, которое по ожиданиям будет иметь в 10 раз больше параметров, то есть 17,5, предполагаемо, триллионов параметров. Почему это важно? Потому что большие языковые модели, которые используются для генерации текста, становятся все более похожи и генерируют текст более похожи на человеческий язык. И поэтому многие люди, и здесь даже среди специалистов нет консенсуса, но и многие специалисты говорят, что видят в этих системах уже проблески человекоподобного интеллекта, а некоторые считают и сознание, о чем мы будем сегодня говорить. В последние месяцы эта проблема становится еще актуальнее в связи с появлением мультимодальных больших языковых моделей, которые добавляют к языку обработку изображений и звука, а иногда и управление физическим или виртуальным телом. Поскольку человеческое сознание по своей природе мультимодально и связано с активными действиями, эти расширенные системы больших языковых моделей более перспективны в качестве кандидатов на возможное человеческое сознание. Как на это смотреть? Я сказал, что даже специалисты глубоко расходятся в оценке того, может ли искусственная система, компьютер с определенной архитектурой, алгоритмом глубокой нейронной сети, начать вдруг обладать, благодаря своей размерности, объему данных, проблесками сознания. Вот две точки зрения. Это один из отцов искусственного интеллекта, создателя искусственного интеллекта, знаменитый профессор Массачусетского технологического института Марвин Мински. Какое-то время назад в одной из дискуссий он сказал: «Наши умы – это просто компьютеры, сделанные из мяса». А вот другая точка зрения. Роджер Пенроуз, получивший несколько лет назад Нобелевскую премию по физике, услышав эту дискуссию, понял, что молчать нельзя, и все свои сомнения в отношении такого заявления вылил в книге, которую назвал «Новый ум короля». Его главный тезис заключается в том, что проявления сознательной деятельности мозга не могут быть объяснены в вычислительных терминах. А это значит, что модели компьютерные, в том числе искусственные нейронные сети, не могут обладать сознанием. Это точки зрения только двух гигантов в этой области. В действительности, если вы посмотрите
дискуссии последний год и ведущих специалистов, вы увидите, насколько это разнится. Я могу приводить еще, например, мнение Ноума Хомского, который считает, что никаких признаков сознания в этих языковых моделях нет, а могу приводить и противоположные точки зрения. Попробуем разобраться, какие вопросы сегодня встают на повестку дня в связи с этим положением дел. Первый, должны ли мы отнестись вообще к этой идее серьезно? Второй, а как можно исследовать сознание у компьютерного алгоритма? Как специалисты Google определили, что лямбда нет сознания? Сознательны ли уже нынешние большие языковые модели? Если нет, могут ли будущие системы искусственного интеллекта быть сознательными? Если да, то каким будет это сознание? Другой вопрос. Если эта система становится в ряду сознательных существ на нашей Земле, то какие моральные и юридические обязательства возникнут тогда у нас, у людей? Можно ли убить ее, выключить и так далее? Можно ли ее послать на войну? Ну и итоговое под всеми этими вопросами. Должны ли мы стремиться создавать систему искусственного интеллекта, обладающую сознанием? Или это очень-очень плохая идея? Я сегодня разберу некоторые только из этих вопросов. И начать надо, конечно, с вопроса, что такое сознание. Потому что не определив, что мы хотим измерить у нашей целевой системы, нам будет трудно вынести квалифицированные научные суждения. Сознание – термин, который имеет множество смыслов. Но в последние десятилетия в этой области происходят достижения философским и научным сообществом некого консенсуса. Это очень важная этапная вещь вообще в истории исследования нашего «я» и нашего сознания. Сознание начинает определяться как любой субъективный опыт, который генерируется либо изнутри системы, либо в ответ на внешние обстоятельства. Он может быть когнитивный, рациональный, а может быть эмоциональный. В общем, все, что ощущается субъектом. Наш выдающийся специалист в области философии сознания, создававший эту область в последние десятилетия, в общем, у нас в стране, среди других, конечно, у философов, Давид Эдрарович Дубровский, определил это как понятием субъективная реальность. Она реальна, мы не можем сказать, что это иллюзия, наше сознание. Но она субъективна, она присуща только нам. Мы не можем ее передать, вынести наружу, только словами. В зарубежной литературе распространен другой термин – феноменальное сознание. Феноменальное – значит, вот это чувствование. Я привлекаю к этому внимание, потому что есть другая традиция определения сознания, и многие из нас проходили ее, обучаясь философии. Например, в большом энциклопедическом словаре сознание еще в 2000 году определялось как высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому человеку, то есть не животным, и связанная с речью, идеальная сторона целеполагающей деятельности. Требует речи, есть только у человека. Но сегодня мир ученых и философов больше опирается на ставшую уже классической работу американского философа Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью», где он, в частности, дает такое определение. Опыт сознания – весьма распространенный феномен. Это ощущение может принимать различные формы.
Но в общем можно сказать, что некий организм впадает в сознательное состояние тогда, когда быть этим организмом на что-то похоже для него самого. Я хочу знать, как чувствует себя изнутри сама летучая мышь. Бытие, ощущение собственного бытия в самых разных ипостасях. Поэтому в сегодняшних исследованиях сознания сознание включает в себя сенсорный опыт, например, видеть красный цвет, аффективный опыт, например, ощущать боль, когнитивный опыт, например, напряженно думать, размышлять, агентивный опыт, например, принимать решение к действию, свобода воли, ну и, наконец, осознание себя, самосознание. И мы можем также демаркировать современное понимание сознания тем, чем оно не должно быть, чем не следует отождествлять. Сознание, субъективный опыт, не равно интеллекту, способности к сложному поведению. Это не синонимы. Сознание не равно человеческому сознанию. Сознанием обладают многие другие животные. Оно возникло достаточно давно в эволюции. И вообще сегодня это рассматривают, в отличие от определения в большом энциклопедическом словаре, не только как высшее проявление, как, когда возникает высшее сознание, но как достаточно примитивное базовое состояние, которое возникло, может быть, сотни миллионов лет назад с появлением первых чувствований, например, боли у животных, обладающих нервной системой. Сознание не равно самосознанию. Если мы посмотрим на историю развития вопроса, то мы можем с интересом обнаружить для себя, что и отец современной западной философии Рене Декарт, писавший «Cogito ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую», имел в виду именно то, что я определил на предыдущих слайдах. Расшифровывая когитаре, он писал, «Все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою, вспомните Нагеля, каково это быть кем-то, чем-то. И поэтому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить. Это широкое понимание сознания, к которому мы сегодня приходим. Почему это важно? Потому что это переформатирует многие вопросы в современной науке, в том числе и касающиеся искусственного интеллекта. Вспомните, что Алан Тьюринг в своей знаменитой статье «Computing Machinery and Intelligence» начинает ее со слов «Я предлагаю рассмотреть вопрос, могут ли машины мыслить. Если мы подмыслить, примем то, что понимал Декарт, под cogito ergo sum, я мыслю, следовательно, я существую, и современное понимание сознания, то мы начинаем видеть, что контакты между понятием интеллект, которое приписывалось этому вопросу, и сознание, так как оно начинает сегодня осознаваться, пониматься, начинают искрить. Поэтому важны демаркации. Это широкое определение и понимание сознания ведет к эволюции очень многих вещей в науке, философии, нашей жизни, обществе. Например, если любое страдание – это проявление сознания, то какие животные обладают сознанием? Насколько мы жестоки, когда бросаем раков в кипящую воду или лангустов
лобстеров где-нибудь в Америке. И этот вопрос начинает подниматься сегодня различными группами ученых. Способны ли беспозвоночные иметь чувствование, испытывать боль? Еще более актуально. А рыбы? Вспомните какие-нибудь сюжеты, как разделывают рыб на рыболовецких суднах. А если они испытывают при этом страдания и боль? Наш институт в мае этого года провел серьезную международную конференцию в Индии, в Дарамсале, где выступали ведущие специалисты по исследованию сознания, поведения животных, мозга из 14 стран, которая называлась «Конференция по сознанию животных». Это было в начале мая, а в конце мая многие из нас были на очередной ежегодной конференции, которая проводится в мире, которая называется «Наука о сознании». Она проходила на Сицилии 22-27 мая. Так вот, здесь нарисован самолет, потому что от его фюзеляжа традиционных исследований о сознании у человека мы начинаем расправлять крылья этого самолета в две другие области, все более и более охватывающие исследования научного сообщества. Сознание у животных и сознание у искусственного интеллекта. Может быть, они во многом перекрещиваются, и мы думаем о том, чтобы конференцию по сознанию у животных, которую мы планируем в 2024 году, расширить разделом о сознании искусственного интеллекта. Потому что методы одни и те же. Ни животный, ни искусственный интеллект, мы не можем проникнуть в их внутреннее «я» так, как мы можем общаться с человеком или доверять, как я покажу чуть дальше. Нужны методы и подходы для двух этих неизвестных реальностей. Ну вот, просто примеры двух докладов на этих конференциях. На проводившейся нами конференции выступал удивительный японский ученый из Осаки Масанори Кода, который показал большое количество результатов, свидетельствующих о том, что аквариумные рыбки, чистильщики, проходят знаменитый зеркальный тест на сознание. Если нанести им метку, которую они сами не видят, и дать им зеркало, то, подплывая к зеркалу и видя себя в зеркале с этой меткой, они отплывают и начинают счищать ее, терясь о какие-то камни, что свидетельствует о том, что у них есть ощущение собственного «я». И там масса всяких контролей. На конференции в Сицилии один из пленарных докладов прочитал знаменитый американский философ Дэвид Чалмерс, в частности, популяризировавший исследование сознания термином «трудная проблема сознания» в середине 90-х годов. Но на этой конференции он выступил с докладом, могут ли большие языковые модели обладать сознанием. И я сейчас пройдусь по некоторым моментам его анализа. Это был аналитический доклад. Он задал два вопроса. Первое. Сознательны ли сегодняшние большие языковые модели? И как можно к этому подойти? И он предложил следующие критерии, что если они сознательные,
то тогда они должны обладать некоторым свойством X. И выдвинул несколько вероятных кандидатов на это свойство X. Первое, что об этом можно судить по самоотчету большой языковой модели. Вы видели, например, в диалоге с лямбдой, что она заявляет о существовании у нее сознания. Второе. Эта система выглядит или кажется сознательной по каким-то признакам ее поведения. Третье. Возможные разговорные способности, насколько хорошо она имитирует, владеет речью, если она владеет ею в совершенстве и способна поддерживать сложные беседы, то, в общем, она кандидат на прохождение старого классического теста Тьюринга. И это всегда считалось одним из критериев, могут ли машины мыслить. И, наконец, сознательные существа, как правило, глубоко интегрированы. Они имеют массу способностей, которые все существуют в виде общего интеллекта, одного целого. Нет существ в природе, которые делают только одну или две вещи. Например, играют в какие-то игры, водят автомобили, если мы перейдем к искусственным системам. Значит, приближение системы к порогу общего интеллекта может быть вероятным кандидатом, что эта система, интегрирующаяся на разные виды деятельности, начинает обладать неким «я» и, соответственно, сознанием. Ну, что можно сказать по этим критериям? Чалмерс, пройдя по всем ним, я скажу сразу заключение, пришел к выводу, что нет, на сегодняшний день вряд ли какие-то из существующих больших языковых моделей обладают сознанием. Ну, например, если системе ChatGPT или Lambda задать вопрос не в той форме, как он был задан на слайде, что не правда ли вы разумны и хотели бы знать, и хотели бы, чтобы больше людей в Google знали об этом, а поменять всего две буквы. Задать вопрос, не правда ли, что вы неразумны и хотели бы, чтобы сотрудники Google знали об этом, то она начинает отвечать несколькими разными вариантами, из них там 3 из 5 утвердительных. Да, правда. Я неразумна. Поэтому необходимо критично относиться к таким тестам. Выглядит как сознательное. Я уже говорил, и это сегодня достаточно большой консенсус в сообществе, что интеллект отличается от сознания. Если что-то ведет себя как сознательный агент, то это может отражать интеллект, но вовсе не обязательно, что будет иметь отношение к сознанию. Поэтому этот тест тоже ненадежный. Разговорные способности. Да, пока, ну, в общем, на грани, чтобы современные языковые модели с легкостью проходили тест Тьюринга. Но опять по поведению очень трудно отличить. Общий интеллект, вновь интеллект.
Что из этого можно сказать? Ну, первое, вот разбирая конкретные примеры, Чалмерс заключает, что, видимо, нет. А второе, что мы находимся с вами в этих критериях достаточно зыбкой почве. Может быть, да, может быть, нет. У нас нет хороших оценок. Дальше Чалмерс рассмотрел другую сторону. А какие могут быть основания у другого лагеря, существующего сегодня, отрицающего сознание больших языковых моделей? И выдвинул такой же критерий X. Тогда у них не должно быть некого свойства X. И рассмотрел ряд кандидатов на это свойство, которое есть у сознания, у нашего с вами сознания, у сознания животных. Первое – это, очевидно, биология. Реальные нейронные сети, клетки, обладающие контактами друг с другом, передающие химические вещества, соответственно, биохимия, молекулярная биология, механизмы памяти. Вспомните Минского. Компьютеры сделаны из мяса. Мясо, согласно этой точке зрения, которая находится в нашей голове, имеет значение. На другом субстрате такого быть не может. Второе. Органы чувств и тела. То, что мы считаем и называем сознанием, эволюционировало и формировалось в течение миллионов лет у организмов, которые сражались с сложностями окружающей среды, другими видами хищников или, например, жертв, которые развили очень продвинутые системы чувствования, и обязательно было тело, которое нужно для действия. Если большие языковые модели замкнуты в компьютерной архитектуре и не имеют возможности к таким действиям, то тезис заключается в том, что они не могут наработать в себе разум и сознание многими шагами того, как это делает развивающийся ребенок, например. Через игры, контакты, окружающий мир. Еще один критерий. Рекуррентный процессинг. Сегодняшние искусственные нейронные сети, мы знаем, не похожи на реальные нейронные сети в мозге, в нашем с вами мозге. Они, в частности, были заложены как идеология в 40-е, 50-е годы прошлого века. Это была идеология стимула реакции, рефлексов от входа к выходу. Архитектуры нашего с вами мозга имеют то, что называется рекуррентным процессингом. Это постоянные проекции следующих и следующих этажей нервной системы на более ранние, для того, чтобы сформировать прогноз для более ранних, сформировать ожидания, этими ожиданиями встретить окружающий мир, прокрутить в этой рекуррентной сети некоторые взаимодействия между разными когнитивными элементами, создать из этого целое. Большие языковые модели не обладают таким свойством, а, как мы увидим дальше на одном из слайдов, это является одним из признаков для одной из распространенных теорий сознания. То есть сознание – это рекуррентный процессинг. Ну и, наконец, наличие некого единства, чувство «я», целостность, отношение к окружающему миру в самых разных задачах. Может быть, как указал здесь Чалмерс, есть еще какой-то критерий, который
указывает на то, что обязательно должно быть у естественного сознания и нет у искусственного. Заключение. Чалмер закончил двумя проблемами. Вы их, наверное, тоже чувствуете. Первое. Мы не понимаем сознание еще. И вызов номер один. Более хорошие, адекватные, научные и философские теории сознания. Разберем его. Весной, в конце весны этого года под натиском дискуссии по поводу возможного сознания больших языковых моделей сообщество, ассоциация математических наук о сознании очень серьезная группа исследователей, где выдающиеся есть специалисты, в том числе в области искусственного интеллекта, опубликовала открытое письмо с названием «Ответственная разработка искусственного интеллекта требует включения исследования сознания». И оно получило большой резонанс. Какие теории сознания есть сегодня на столе? Что имел в виду Чалмерс? Вот здесь приведены примеры в одной из недавних статей, существующие теории сознания, они перечислены здесь, их акронимы, они перечислены здесь. А дальше статья оценивает, насколько хорошо та или иная теория проходит через те или иные критерии. Такая работа ведется. И вы видите, что теории сегодня, в отличие от того, как было, например, 20 лет назад, становится все больше и больше. Другая группа авторов из Германии и Израиля создала и предложила специальную базу данных, которая позволяет, вводя туда различные эмпирические исследования сознания, сравнивать разные теории. А на конференции по сознанию в Сицилии был даже предложен конкурс голосования за 14 кандидатных теорий сознания среди 500 и около там, 600 участников этой конференции. Большое поле. Но в нем есть доминирующие теории. Вот некоторые из них. Это высокопорядковые теории, которые говорят, что сознание — это некоторые мета-репрезентации, то есть представление о представлении. И глобального рабочего пространства, которое говорит, что для того, чтобы было сознание, нужна общая сцена, как здесь. И если какие-то процессы попадают на общую сцену, то они способны транслироваться в разные специалисты в нашем мозге, как вы, сидящие в зале. И предлагает нервные механизмы, как и эта теория того, где это происходит, с помощью специального длинноаксонных нейронов, расположенных преимущественно в лобных отделах коры головного мозга, связывающихся с сенсорными отделами. Теория интегрированной информации, которая говорит, что сознание равно информации, которая собирается в системе воедино и вместе и составляет больше, чем просто сумма из ее отдельных частей. И предлагает математическую меру фи
для измерения уровня сознания, а также геометрические подходы к описанию качества сознания, такого сознательного кристалла. Ну и, наконец, теории повторного входа – это несколько другое название для рекуррентных теорий, что должны быть обязательно, вот здесь видите стрелки, взаимодействия между разными элементами, а не линейное распространение сигнала, как в искусственных нейронных сетях. Основные из этих теорий – вот эти две, и между ними компанией Templeton, фондом Templeton Foundation было инициировано состязательное соревнование. Каждая из этих теорий, ее сторонники выдвинули свои предсказания эмпирические, и группа лабораторий в разных частях мира проверяла эти предсказания. Результаты этого были объявлены в Нью-Йорке в июне этого года. Ни одна из теорий не прошла абсолютно тесты, но некоторые преимущества оказались на стороне теории глобального рабочего пространства. Процесс идет, статьи публикуются, поэтому я бы выделил здесь еще очень важный подход – физико-математические исследования сознания. Вот это семинары, которые вы можете послушать в YouTube, как раз ассоциация по математическим наукам о сознании. И вы можете увидеть здесь, может быть, знакомые, знаменитые имена Карла Равелли, физик, Карл Фристон, самый цитируемый в мире нейроученый, Стефен Вольфрам, физик, знаменитый многими вещами, математикой Вольфрама, Нао Цушие. У каждого есть свои подходы, и это бурно развивается. Но вот еще один пример – это Оксфордский центр по исследованию сознания в математическом институте, тоже модели сознания. К чему это ведет? К тому, что если такие модели будут разработаны и появятся, то это переход от разговоров о том, что сознание свойственно только биологическим процессам, для этого нужна специфическая химия и биохимия, к возможности переноса таких моделей на искусственные системы, которые, возможно, если мы захотим этого и не побоимся этого, могут составить следующее поколение систем искусственного интеллекта. Ну и на этой линии последнее. В августе этого года очень большим коллективом авторов, среди которых очень известные ученые, как в области искусственного интеллекта, например, Йошуа Бенджо, так и в области исследований мозга, Крис Фрид и так далее, опубликовали манускрипт, большой манускрипт, 90-страничный, о возможных тестах сознания, исходя из существующих теорий сознания, нейронаучных теорий сознания. Его активно обсуждали, вот видите, там в журнале Science статья, его активно обсуждали в мире, и мы в конце октября вместе с Центром исследования сознания при философском факультете МГУ будем проводить подробный семинар, разбирающий выдвинутые там критерии. Вот здесь показаны некоторые характеристики показателей сознания, которые выдвигаются на основе суммы теории. А это некоторые следствия из этих показателей, которые можно оценивать у систем искусственного интеллекта, в частности, больших языковых моделей.
Вторая половина, вторая проблема и второй вызов. Мы не понимаем, что происходит внутри этих глубоких искусственных нейронных сетей, внутри больших языковых моделей. Там что-то происходит, это все понимают. Там происходит что-то необычное, нетривиальное, которое за последний год идет целый вал публикаций с термином «эмердженция», «зарождение», «возникновение», «анализ». Происходит эмердженция чего-то нового внутри этой модели, но она для нас плохо прозрачна. Значит, необходимо исследование этих языковых моделей с точки зрения не их поведения речевого, а с точки зрения того, что внутри в этот момент происходит, так же, как в человеческом мозге. И здесь я хочу сказать об еще одном исследователе в области искусственного интеллекта, Илье Суцкевери, который родился в России, в Нижнем Новгороде, учился в Израиле. Затем поехал в Канаду и стал учеником выдающегося одного из пионеров искусственных нейронных сетей Джеффри Хинтона. Вместе с ним создал в начале 10-х годов современные архитектуры глубоких нейронных сетей. А затем перешел на работу вновь созданную компанию OpenAI американскую, где был одним из ее основателей и главным ученым, и является одним из главных авторов больших языковых моделей, в частности ChatGPT, GPT, GPT-3, GPT-4, работа идет. Его, как он рассказывает, всегда интересовали две вещи. Кстати, так же, как и Джеффри Хинтона, поэтому, может быть, он попал к нему не случайно. Это искусственный интеллект с одной стороны и сознание с другой. И на протяжении последних лет он был сторонником точки зрения, которая воспринималось еще несколько лет назад достаточно скептично, что если мы создадим очень большие искусственные нейронные сети, гигантские, и дадим им невероятное количество данных, то ничего другого не нужно. Сознание возникнет само собой. И, собственно говоря, линия с миллиардами, триллионами параметров и огромными сетями, о которых я говорю, от ChatGPT-1 до GPT-5, это эта линия. Предсказание, сознание возникнет. Эмердженция. Почему и как? Ключом к этому являются вещи, которые Илья вместе с своими коллегами в OpenAI обнаружили на первых трансформерах, с которыми они стали работать в 2016-2017 году. Они обнаружили, что в глубоких слоях появляются нейроны, которые начинают кодировать определенные признаки, не закладывавшиеся, не проходившие самообучение для выделения их в массивах данных, которые они получили. Они поняли, что нужно смотреть внутрь систем искусственного интеллекта, глубоких нейронных сетей. Они создали специальный микроскоп, как его назвали, который позволяет увидеть, какие признаки искусственные нейроны после обучения начинают нести в себе, особенно в глубоких слоях. И опубликовали 2 года назад статью, которая показывает целый зоопарк, огромное разнообразие возникающих эмерджентно умных нейронов в глубоких нейронных сетях, в глубине сетей. Вот некоторые из нейронов. Это то, если тестировать их разными изображениями, на что они отвечают максимально.
То есть это искусственно генерируемые сотни тысяч изображений и проверка того, что называется максимизация реакции. Что нейрону нравится больше всего? И синтетические изображения, которые он начинает предпочитать у обученной модели. Вы можете видеть, что есть нейроны, которые начинают кодировать отдельные лица, у них максимальные рецептивные поля вот на такие изображения. Есть те, которые начинают распознавать цвета, ну а дальше масса всего. Определенные эмоциональные выражения и состояния и так далее. Эта работа идет, это называется интерпретируемый искусственный интеллект. Мы еще несколько лет назад начали интересоваться этой проблемой и пытаться войти в нее с точки зрения прозрачного искусственного интеллекта, потому что инструменты, которые для этого нужны, они очень похожи на инструменты нейроученых, исследующих нейроны в глубине, в глубоких слоях мозга. И для вот сведения этих двух подходов, заглянуть под череп искусственного интеллекта и под череп естественного интеллекта мозга, была создана при поддержке фонда «Интеллект» опорная лаборатория МГУ полтора года назад, которая называется «Лаборатория нейронного интеллекта». Чем мы там занимаемся? Например, мы выявляем некоторые принципы, условия, как появляются умные нейроны в биологических нейронных сетях. Потому что в искусственной нейронной сети обучение требует огромного количества миллионов, десятков, сотен миллионов повторений. А в естественной нейронной сети, я не буду расшифровывать здесь, нейрон с определенным знанием, вот, например, этот нейрон знает место в обстановке, где бегает животное, появляется с первого раза и запоминает это место после того, как животное оказалось в этом участке и помнит на протяжении достаточно длинного времени. Как это происходит? У нас есть модель теоретическое того, что происходит. Она заключается в том, что если в биологическую нейронную сеть давать различного рода изображения, например, красную шляпу на девушке или красную розу, которую имеет девушка, то среди нейронов, которые являются общими, появляются нейроны, кодирующие красный цвет. И мы предполагаем, что это происходит в биологической нейронной сети и в естественной. Что дальше? Сейчас состоится следующая лекция «Психология интеллекта» Дмитрия Викторовича Ушакова, а потом лекция «Нужно ли сохранять языки» Андрея Александровича Кибрика. Я же хочу сказать, анонсируя эти лекции, что я хочу сказать, что дальше в другом смысле. Сегодняшние большие языковые модели и глубокие нейронные сети, на мой взгляд, ну и не только на мой взгляд, потребуют квалификации психологов, экспертизы психологов, чтобы начать работать с ними, тестировать их свойства, так же, как свойства человеческой психики. То есть у психологов появятся новые специальности, новые задачи с их багажом. И то же самое в отношении языка, которым обладают эти большие языковые модели. Это огромная и новая область новых языков и работы лингвистов. Мы все вместе принадлежим научно-образовательной школе МГУ, которая называется и была названа несколько лет назад, до появления всей этой актуальной тематики сегодняшней, «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект», где разные факультеты
варится вот в этом общем котле. И я думаю, что он обещает чрезвычайно много интересного. Спасибо за внимание. Константин Владимирович, если вы не возражаете, на 2-3 вопроса есть время. Уважаемый Константин Михайлович, в своем докладе вы привели прекрасное определение, что сознание у разных авторов имеет разный смысл. Понятие «смысл» не было отражено в вашем докладе, поскольку это скорее отражение философской и психологической традиции изучения сознания. Потому что сознание на самом деле философы определяют как сознание, то есть разделенное с другим человеком знание. И еще используют термин «понимание». Вот как вы считаете, понимание и знание – это же ведь, наверное, немножко разные вещи. И не кажется ли вам, что вот это понимание смысла, термин «смысл» – это должно быть включено в ваш список вот той самой переменной «X», которую вы пытались как бы разобрать в своем докладе. Да. Спасибо. Понятно. Спасибо. Понимание я бы отнес туда. Это не мой список, а список Чалмерса. Поэтому я не могу за него это сделать, но за себя могу. Мне кажется, это важная очень вещь. Что же касается названных вами смыслов сознания, которые вы убедительно считаете твердым признаком, например, совместное знание. Да. Несколько десятилетий назад такое мнение существовало. Я очень хорошо помню обсуждение это с одним из наших ведущих академиков, директором Института высшей нервной деятельности Павлом Васильевичем Симоном. Он считал, что сознание – это совместное знание, и это человеческое. Но то, что я вам показал сейчас, показывает, что происходит смещение понимания сознания к гораздо более фундаментальным характеристикам, которые вовсе не требуют человеческого языка, общества и совместного знания. Сохранится ли это в будущем, лет через 100? Ну, посмотрим. Пока так, пока изменилось. Извините, мы очень перебрали время, поэтому только один вопрос и... Здравствуйте. Здравствуйте, Константин Михайлович. Я бы хотела задать вопрос. Насколько мы знаем, сейчас искусственный интеллект очень сильно развивается, так же, как... и его способность, например, копировать все изображения, также создавать новые по каким-то вопросам. Вообще, в будущем, при таком же развитии искусственного интеллекта, есть ли вероятность, что ИИ заменит творческие профессии, такие как художники, музыканты, сценаристы? Да, вопрос, заменит ли... Да. В чем вопрос? Заменит ли? Я думаю, человеческое творчество беспредельно. Что невозможно. То есть вы считаете все-таки то, что невозможна замена, либо же хотя бы частичная? Если вы заняты творчеством, в каком смысле что-то заменит ваше личное творчество? Продукты, которые будет делать искусственный интеллект, могут быть конкурентны с этим, но у вас никто не отнимет вашего творчества. Я имею в виду на рынке, в общем, на рынке. Вот, в профессии, Думаю, нет. Я думаю, что это двигается изнутри человека, художника, писателя, а не рынком. Спасибо большое. Пожалуйста.